Петербургские роллеры открыли летний сезон. Московская площадь Победы стала главной ареной для спортивных трюков. Колесики супер. А у меня тоже такие же, как у нее. И у нее валиски, у нас таких. Колесики как у детей, так и у взрослых. Обкатать площадь решили больше сотни человек. Они ждали этого момента всю зиму. А с приходом тепла снова встретились в привычном месте. Площадь Победы очень удобно расположена. Здесь хороший асфальт. Здесь достаточно свободно и никто не мешает. Опытные роллеры провели для всех желающих мастер-классы по прыжкам, слалому и всевозможным трюкам. Эти занятия будут проходить здесь бесплатно, каждое воскресенье вплоть до окончания сезона. Хотя так приседать можно научиться после долгих лет тренировок, прогресс новичкам все равно обеспечен. Мы когда сегодня провели мастер-класс, люди, которые недавно стали на ролике, начали сегодня тормозить двумя способами, преодолевать препятствия городские. Это если мы за одно занятие научились только делать, то если регулярно ходить, можно высот достичь. В честь долгожданного события роллеры устроили и массовый пробег. Одни отправились к Финскому заливу, а другие – в центр города.